В этом году в рамках краткосрочного плана регионального фонда капитального ремонта планируется провести работы в 6 домах 9 микрорайона. Реконструкция будет проведена в 5, 7, 9, 17, 12 и 21 домах. На данный момент определены подрядные организации, работы на объектах уже начались. Для ремонта в 6 домах задействованы 4 подрядчика, 3 из Ноябрьска и 1 из Таркасале. Работы проводятся в соответствии с планами. Планы это предусмотрены региональной программой. Краткосрочный план на 3 года, очередность разбита. В этих домах 6 в прошлом году проводились работы проектные, сделаны проекты. Следующий этап – это выполнение работ. Также в этом году у нас 12 проектов. В первую очередь подрядчики приступили к ремонту фасадов и крыш, после перейдут к реконструкции внутридомовых систем электро- и водоснабжения, а также сетей канализации. Будет произведена герметизация межпанельных швов специальной строительной мастикой. Очередность капремонта домов определяется степенью изношенности фундамента, фасада, крыши, а также всех внутридомовых систем. 5 из 6 домов обслуживает управляющая компания «Жилкомсервис». Для того, чтобы пожелания собственников вошли в проектную документацию, жильцам необходимо проявить активность и выходить с предложениями на управляющую компанию. Нужно создать совет дома. Человек, который технически грамотен, который активен. Это и все вопросы, что включается. Конечно, наши пожелания, возможно, не все вошли в этот дом, что бы мы хотели сделать, допустим, как управляющая компания. Технический надзор за работами осуществляет управление организацией строительства. Закончить капремонт в домах 9 микрорайона планируют к 1 октября. Валерий Усманов, Денис Гонцов, Денис Гимп. Новости Губкинского.